Быстрый способ, как исправить цвет кожи через баланс белого. В Lightroom на гистограмме нажимаю правую кнопку мыши и выбираю Show Lab Colors. Теперь, когда я буду выбирать пипетку, цвета будут отображаться в системе Lab. Хороший цвет кожи находится в диапазоне А и Б от 10 до 30, и канал Б должен быть больше примерно на 30%. Теперь посмотрим до и после. Иногда, ориентируясь по цифрам, можно гораздо быстрее дойти до хорошего результата.